Заголовок. Посты. Постам в религиозных семьях придают огромное значение, можно сказать почти сакральное. В православной церкви в году четыре больших поста, различающихся между собой по строгости. Первый и самый наиглавнейший пост – Великий. Его начало зависит от даты Пасхи. А дата православной Пасхи определяется первым полнолунием после еврейской Пасхи. Сложно, но не очень. Вся пасхалия рассчитана на много лет вперед. Великий пост обычно начинается в конце февраля, в начале марта, длится 50 дней и завершается главным праздником воскресеньем Христовым или Пасхой. Великий пост самый строгий, запрещается употреблять в пище животного происхождения рыбу. Рыба тоже продукт животного происхождения. Тем не менее, ее нельзя есть только в особо строгие посты. Великим постом рыба разрешается только два раза на праздник Благовещения и на праздник входа Господне в Иерусалим. Наиболее строгими неделями считается первая и последняя, или страстная. Следующий пост Петровский. Его продолжительность всегда варьируется от, и зависит от даты Пасхи. Если Пасха была поздняя, то есть приходилось на конец апреля, начало мая, то Петровский пост будет коротким. Самый длинный Петровский пост 40 дней, а самый короткий 8. Заканчивается Петровский пост 12 июля на праздник апостолов Петра и Павла. Далее идет Успенский пост. Дата его начала и окончания всегда фиксированы. С 14 по 28 августа. Он такой же строгий, как и великий. И последний пост в годовом цикле Рождественский. Также с фиксированными датами. Начало поста 28 ноября, окончание 7 января. Рождественский пост менее строгий. Кроме длительных постов есть еще и однодневные, это среда и пятница. Если посчитать общее количество всех постных дней, то их окажется гораздо больше, чем скоромных. Так что христиане в постах проводят гораздо больше времени, чем в них. Кроме гастрономических ограничений постами, запрещается посещение различных развлекательных заведений, театров, кинотеатров, Постами не женятся, дозволяется из уважения посещать свадьбы, например, неверующих родственников или близких людей, но при этом из угощения можно будет выбирать только постное, да и засиживаться особенно не придется. В любой праздник надо помнить, что идет пост и необходимо во всем себя ограничивать. Новый год всегда приходится на рождественский пост, поэтому в религиозных семьях, особенно священнических, его почти не отмечают. А если и празднуют, то послабление в посте опять же никак не допускается. Для православных существуют свои новые годы. Это не оговорка. У православных два признанных новых года. Первый это по старому стилю с 13 на 14 января. Второй по церковному или 1 сентября по старому стилю. То есть 13 на 14 сентября. Вместо нового года широко отмечается Рождество. В священнических семьях принято полностью соблюдать все установленные посты. По церковным нормам постами желательно воздерживаться и от супружеских отношений, по обоюдному согласию супругов, конечно. Но во многих семьях рекомендательный характер этой нормы воспринимается как жесткий запрет – поэтому нарушение супружеских постов считается серьезным грехом, а зачатие детей во время постов – безблагодатным. Причем некоторые священники эту норму применяют не только к себе лично, но и к своим прихожанам, что зачастую осложняет семейную жизнь последних. Заголовок. Постная трапеза, заговение и разговение. Что же представляет собой постный стол и что такое заговение и разговение? Как уже говорилось, постами разрешена только пища растительного происхождения. Многие православные хозяйки очень серьезно подходят к этому запрету и, придя в магазин, тщательно вычитывают на этикетках состав продукта, подолгу простаивая у прилавков. И если продукт содержит, например, яичный белок, сухое молоко или сыворотку, то он нещадно выбраковывается. Продукты, содержащие компоненты животного происхождения, называются скоромными, например, скоромный майонез скромное печенье, скромный шоколад и так далее. Постами особое предпочтение отдается грибам, орехам, бобам, всем тем продуктам, которые восполняют недостаток белка. Растительное масло не всегда разрешается. Постами бывают особо строгие дни, когда даже эта последняя радость запрещается. Правда, столь строго постятся только в особенно радикально настроенных религиозных семьях. Многие постами набирают лишний вес, так как скудный рацион, особенно в малоимущих семьях, где не могут позволить себе особое разнообразие овощных блюд и фруктов, с лихвы пополняется большим количеством хлеба, картошки, макаронных изделий. Постная еда уже примерно через месяц начинает сильно приедаться и надоедать. Тем не менее, многим посты очень нравятся. Детей принято постить только с 7 лет. До этого возраста для них не существует никаких запретов. Хотя, опять же, в некоторых радикально настроенных семьях детей приучают к посту с младенчества. Для начала исключают только мясные продукты. Пост разрешается ослаблять беременным и кормящим женщинам, а также больным. Но в радикальных семьях беременные и больные зачастую постятся наравне с другими членами семьи. День перед началом поста называется заговеньем и приравнивается к праздничному. Заговенье – это всегда хороший повод устроить семейный праздник или посиделки с друзьями, выпить, закусить и приятно провести время за увлекательной беседой, так как впереди длительный пост и развлечения будут сведены к минимуму. Скромные блюда, оставшиеся после заговения, нельзя употреблять на следующий день, а поскольку в России на празднике принято готовить обильный стол, то на заговении существует реальная опасность переесть. Правда, эту угрозу могут устранить во время подоспевшие гости. А если переедание все же случилось, то впереди длительный пост, хороший повод устроить себе разгрузку. Особой торжественностью отличаются трапезы на разговение, так как они приходятся на самые большие праздники, особенно на Рождество и Пасху. На Пасху традиционно готовят куличи, крашеные яйца и Пасхи, творожное блюдо, название которого часто путается с самим куличом. У каждой хозяйки есть собственный фирменный рецепт приготовления кулича и пасхи, которым она всегда готова поделиться. Для православных хозяек, особенно священнических жен, неделя перед Пасхой является, пожалуй, самой тяжелой в году. Кроме многочасовых каждодневных богослужений, необходимо убрать дом, не просто убрать, а провести генеральную уборку, дабы встретить праздник в чистоте и уюте. Необходимо приготовить традиционную пасхальную трапезу, без которой праздник немыслим. А в семьях священников всегда готовятся к большему наплыву гостей. Пекут огромное количество куличей. На раздачу прихожанам, на подарки. Хорошо, если матушки в такой ситуации помогают прихожанке. В общем, к концу страстной недели прихожанки матушки валяются с ног от усталости. Единственное, что укрепляет и ободряет, это приближающийся всеми любимый праздник. Разговляться положено после торжественного богослужения. Во многих приходах принято разговляться всем вместе в трапезной при храме. Поэтому в трапезных перед праздником кипит бурная работа. Батюшка всегда садится во главе стола. Если батюшек несколько, они располагаются по старшинству. Если на трапезе присутствует епископ, то первенство честь переходит к нему. Трапеза начинается с общей торжественной молитвы. Затем священник благословляет стол и только после этого все приступают к еде. Многие думают, что священники пьют исключительно кагор. Это совсем не так. Священники не любят когор и крайне редко выпьют. Но этот стереотип настолько сильно укоренился в умах, что если священника хотят подарить вино, то обязательно кагор. Батюшка, принимая в дар бутылочку кагора, с трудом сдерживает кислую гримасу. Священник лучше дарить красное сухое виноградное вино. Раз уж зашла речь о винопитии, то стоит заметить, что потреблять спиртные напитки в православии не запрещено. Как говорится, вино веселит сердце человека. Вопрос о количестве выпитого. Праздничный стол у православных, как правило, не обходится без спиртного, в том числе и крепкого. Заголовок килограммы конфет и тонны печенья. Любой человек, хоть раз бывавший в храме, наверняка обращал внимание на столик, скромно стоящий в боковом пределе, куда некоторые прихожане зачем-то кладут продукты. По традиции продукты приносят напоминовение усопших. Возле этого столика служат панихиду. Называется он на церковном языке канун. Или, как говорят некоторые бабушки, канон. Традиционно принято переносить конфеты, печенье, муку и хлеб а также крупы и сладости, нельзя приносить мясо. В храм запрещено даже входить с мясом, поэтому если вы купили батон колбасы и хотите войти в церковь, лучше этого не делать или купить колбасу после посещения храма. Возникает вопрос, а куда идут принесенные продукты? В первую очередь в наобщую трапезу. Как известно, ныне редкий храм не имеет своей трапезной, где питаются не только батюшки, но и все служители и работники, включая сторожей, уборщиц и нищих. Часть продуктов идет лично священникам, остальное работникам. Мука идет на выпечку просфор, без которых не совершается литургия, главное таинство церкви. Для многих священнических семей сей продуктовый паек является хорошей поддержкой семейного бюджета. То, что продукты достаточно лично достаются священникам, утверждено канонами церкви, которые берут начало с седой древности. В Писании сказано, что священники и их домочадцы питаются от алтаря Господня. Конечно, если продукты предназначены для поминовения родных и близких и являются материальной жертвой алтарю Божьему, то и приносимое должно быть лучшего качества, таким, какое сам будешь есть. Но у нас в церкви, как везде в жизни, нищему можно отдать тряпку, в которой на даче навоз возить не будешь. А в церковь можно принести пожертвование по принципу «На тебе, Боже, что нам не гоже». Иногда доходит просто до смешного. Муку несут с жучками и червячками – батоны с плесенью, конфеты десятилетней давности, пропавшие нафталином. В церкви никто не принуждает делать пожертвования и приношения, поэтому если что-то надо отнести на помойку, лучше туда это и отправить. Учитывая эти обстоятельства, в семьях священников детям просто нереально запретить есть сладкое. Его всегда так много, что не есть просто невозможно. Но даже если матушке удается контролировать процесс потребления сладкого в своей семье, все равно на приходе детям священников прихожане всегда пытаются сунуть как можно больше сладостей и конфет. Горы печенья и шоколада матушки постоянно раздают соседям и друзьям. Но все равно оно сцыплется отовсюду, как из рога изобилия, заполняет все пространство в кухонных шкафах. В семье может не хватить денег, овощей и фруктов, но макароны, хлеб и конфеты есть почти всегда, и никуда от них не денешься. Священника, как врача, народ задаривает конфетами, конфетами и ведрами Кагора. А матушки на любой праздник, в свою очередь, одаривают в школе своих учителей, в поликлинике всех врачей, а также своих подруг и соседок огромными коробками конфет. Заголовок. Эти бесконечные гости. Гости в священнической семье явление практически постоянное, можно сказать, стихийное бедствие. И ложится это явление бедствия дополнительным грузом на плечи супруги священника. Представляете? Вечер детей надо накормить, помыть, уложить, у старших проверить уроки, а тут толпа гостей. Мы к батюшке, мы вот и тортик принесли. И начинается чай, еда, разговоры до полуночи. А жене принеси, подай, да с нами посиди. Ой, а можно ложечку сахара размешать? А где у вас здесь туалет? Руки помыть, а можно позвонить? И так далее и тому подобное. А бывает и такое. Приходит матушка с работы, если она, конечно, работает. Вваливается с сумками в квартиру, а там гости. А мы с отца Энн ждем. Он скоро подъедет. Он нас к семье пригласил. И нет его до сих пор. Вопрос, кто гостей пустил? Дверь открыли. Дети? Привыкли уже. Но гости запланированы еще больше стихийное бедствие. Тут уже жене необходимо готовить праздничный стол. Причем количество персон почти всегда является математически неизвестной. Как правило, количество гостей превышает максимально допустимый объем народа на метраж квартиры. Например, на именины батюшке поток посетителей с поздравлениями может быть почти непрерывным. Приходит кто угодно в любое время, хоть к шапочному разбору, и опять тащит тарелку, доставая закуски. Прихожая заваливается горами шуб и курта, километрами обуви, с которой натекают лужи грязи, если дело происходит зимой. Букетами, которые занимают всю мыслимую и немыслимую тару. Жить на виду у всех при постоянном присутствии людей непросто. Иногда это начинает серьезно утомлять. Одна матушка рассказывала нам, что когда они с семьей жили в селе рядом с известным монастырем, не было ни дня, чтобы в доме не ночевали малознакомые или совершенно незнакомые люди. От одного троих будни до 15-20 по праздникам. Приезжали люди, как правило, с записками примерно такого содержания. «Тамара из Вятки останавливалась у вас на праздник воздвижения три года назад. Помнит и молится, и просит принять троюродную сестру, двоюродного брата, внучатой племянницы, приехавшую в паломничество». Естественно, Тамару из Вятки давно никто не помнил. Наверное, не помнили уже на следующий день, после того, как она покинула все гостеприимный дом. Но принимать паломников эта семья считала своим христианским долгом и принимала всех, кто стучался в дверь. Вообще для нашей современной жизни это удивительный пример. За много лет такой жизни матушка, рассказавшая о себе эту историю, разучилась варить суп в кастрюле объемом мини 20 литров, а картошки у них на кухне чистили минимум по ведру в день. Конечно, паломницы помогали и готовить, но жить постоянно в при присутствии посторонних людей, наверное, подвиг. Заголовок. Семейные праздники. Семейные праздники в основном именины членов семьи. В православной среде дни рождения отмечают редко. Главным личным праздником считаются именины. В церковном понимании это день небесного тезки. Если у батюшки на приходе именины, то это, как правило, общеприходской праздник. Я уже немного описала особенности именин в церковном доме. Именинника батюшку все поздравляют, служится праздничная служба и, конечно, накрывают стол, либо дома, либо непосредственно на приходе при трапезной. Праздник на приходе существенно облегчает жизнь жены священника. Я ненавижу гражданский Новый год по одной простой причине – из-за предновогоднего безумия, творящегося в наших магазинах. Терпеть не могу очереди, я в них настоялась еще в советские годы и больше не хочу, сыто по горло. Но, увы, приходится в это безумие окунаться вместе со всеми по полной программе. И вот почему. Именины моего мужа приходятся на 30 декабря по новому стилю. До того, как мой муж стал настоятелем, а следовательно появилась возможность отмечать некоторые праздники на приходе, для меня это был один из самых тяжелых дней в году. Тяжесть усугубляется рождественским постом, когда от гостей, не делаешься каким-нибудь мясом, запеченным в духовке. Приходится готовить массу рыбных закусок, солянку из семьи и прочее. И вот представьте: подъезжая к Ахшану 29 декабря. Вначале не могу поставить машину, затем с ужасом понимаю, что нет свободных тележек. Затем с еще большим ужасом созерцаю километровые очереди в каждую кассу и телеги доверху забитые всякой снедью. И подсчитываю, сколько на одну такую телегу каждый кассир тратит времени и сколько телег может оказаться впереди меня. Плюс... Толчая возле каждой полки и невозможность спокойно пройти. Меня охватывает ужас. Я понимаю, что надо уносить ноги, иначе я потрачу здесь полдня. Последние силы, а мне еще квартиру убирать. В полном разочаровании, отъезжая от Ашана, я опять задаю себе глупый вопрос. Но почему именины моего мужа приходятся на этот дурацкий Новый год? А потом утешаясь, что перед Рождеством в нашей стране в магазинах нет такого ажиотажа и думаю, пусть празднует Новый год, нам спокойнее». Рождество является вторым после Пасхи и одним из любимейших семейных праздников в религиозных семьях. Это елка, подарки, поздравления, как безбожники. Это возможность собраться всем вместе за семейным столом. Но сугубо семейного праздника, как правило, все равно не получается из-за очередного наплыва гостей. Рождество и Пасха – два праздника, на которые в храмах обязательно служит ночную службу. Для церковного человека без службы, особенно ночной и торжественный праздник не праздник. И если для светского человека кульминационной частью любого праздника является стол, то для церковных людей кульминация происходит на богослужении. А застолье – это логическое продолжение торжества, но никак не самоцель, как ни странно. Рождество очень любят дети. За подарки и за ожидание чуда, в которое верит каждый ребенок. В священнических семьях Рождество считается главным детским праздником. Для всех детей обычно организуют елку на приходе и разыгрывают спектакли с волхвами, пастухами и яслями с младенцем Христом. Дети от всего этого в восторге, а взрослые придают таким представлениям серьезное религиозно-воспитательное значение. Праздник Рождества не ограничивается одним днем, а занимает целую неделю, называемую святками. На святках принято колядовать, то есть распевать колядки, наряжаться в карнавальные костюмы и выпрашивать гостинцы. Правда, традиции колядований стремительно вымирают, и там, где их пытаются возрождать, выглядят как-то неестественно и убого. А вот со святочными гаданиями церковь борется жесточайшим образом. Православный вообще не гадает, так как гадание приравнивается к колдовству, и за подобное баловство могут отлучить от причастия. Заголовок. Рясы, бороды и длинные волосы. Почему священники не могут быть как все? Поменьше выделяться из толпы, стричься, бриться и носить костюмы. Вон у католиков священники выбриты, подстрижены в костюме. Их от мирян отличает только белая рефрентинка на шее вместо галстука. А наши? Такое часто приходится слышать от людей. Православные священники никогда не стремились быть похожими на всех остальных. Их традиции не меняются вот уже две тысячелетия и меняться не собирается. Их надо воспринимать такими, какими они есть. Их служение настолько оторвано от мирской жизни, что требует сохранения внешних атрибутов как прикрытие от всего внешнего. Священник находится на служении, а следовательно, носит форму. Военные тоже обязаны носить форму. Также так как же, согласно традициям, должен выглядеть православный священник? Наиглавнейшим атрибутом российских священников является борода. На Украине из-за сильного влияния Запада далеко не все духовенство носит бороды. Существует несколько традиций, напрямую связанных с радикальной или либеральной настроенностью духовного лица. Старые священники, выходцы из интеллигенции, всегда очень любили коротенькие профессорские бородки. А выходцы из простого народа, как правило, носят пышные окладистые бороды-лопаты. Как правило, чем либеральнее батюшка, тем короче его волосы и борода. Традиция носить длинные волосы корнями уходит в глубокую ветхозаветную древность. Когда на зареи, то есть посвященные Богу, не стригли волос, ногтей и не пили вина. Правда, на современных священниках последние два пункта не распространяется. Особенно смешно будут выглядеть нестриженные ногти. Вот это уже вранье. Как известно, эта мода носить длинные косы появилась там во времена Кронштадтского. Это все бабье. Если в Писании написано, послание к Коринфянам первым, там в 11 главе, что Если мужчина носит волосы длинные, то он постыжает свою голову. Какое может быть оправдание? Один бред. Продолжаем. Вообще носить длинные волосы священнику совсем не обязательно. Это просто традиция, которую можно соблюдать или не соблюдать в зависимости от вкусов и желаний. При этом совершенно непонятно, почему некоторые православные миряне носят длинные волосы. Здесь уже вмешиваются каноны, которые запрещают обычным мужчинам не стричь волосы. Теперь об одежде. До революции белые священники, то есть женатые, всегда носили рясы и широкополые шляпы. Монашествующие же шляп не носили. Сейчас... Священники шляпу давно не носят. На смену им пришли более традиционные скуфьи, куполообразная шапочка. На перстные кресты появились только при Николае II. Но в советское время священникам было запрещено появляться в рясе вне церкви. За много лет они настолько к этому привыкли, что когда Союз рухнул вместе со всеми запретами, продолжали упорно следовать всей новой традиции. Иногда даже запрещая молодым священникам ходить в рясах. В начале 90-х эти традиции были еще настолько сильны, что далеко не всякий батюшка решался спуститься в метро или пройтись по улице в рясе. Сейчас ситуация изменилась радикально. Теперь гораздо меньше священников носят мирскую одежду. Ряса представляет собой длинную широкую одежду с очень широкими рукавами, прикрывающими почти всю ладонь. Но ряса – это верхняя одежда, под ней положено наносить подрясник, который от рясы отличается узкими рукавами с манжетами как на рубашке. Более узким покроем и наличием глубоких карманов, в которые должен обязательно помещаться требник. Довольно увесистая книга небольшого формата, содержащая тексты треп. Ряса не имеет карманов, так что воры щипачи отдыхают. По поводу отсутствия кармана в рясе, еще один анекдот из нашей реальности. Едет священник в метро и вдруг чувствует, что кто-то пытается залезть к нему в несуществующий карман. Батюшка делает вид, что ничего не замечает, наблюдая, что будет дальше. Вор предпринимает еще одну счетную попытку найти вожделенную поповскую машину. В следующее мгновение рука воришки попадает в руку смеющегося священника. Ну что, поправил свое материальное положение? Надо сказать, что ряса хорошо удерживает тепло в холод и защищает от зной в жару. Правда, сильную жару во всем черном можно просплавиться, поэтому летняя одежда, как правило, светлых тонов. Существует и своеобразная поповская мода. Рясы, подрясники, скуфейки могут отличаться по кроям. Например, сейчас очень распространены так называемые греческие рясы и скуфьи, пришедшие в Россию из Греции. Провинциальные священники очень любят разноцветные скуфьи из бархата. А в 70-е и 80-е годы среди духовенства была мода на разноцветные рясы, которая прошла уже в середине в 90-х. Среди украинских священников по сей день существует мода на широкие вышитые цветными нитками и бисером пояса, которые надевают на подрясник. Священнические богослужебные одежды, как правило, шьют на заказ. Готовые изделия продаются, но в меньших количествах. Обычная ряса стоит 2-3 тысячи рублей, подрясник до 2 тысяч. Зимняя ряса стоит на как хорошее пальто. Правда, охотников носить зимние рясы среди духовенства немного. В качестве зимней одежды священники предпочитают носить обычное пальто, дубленки или куртки. Скуфья от 300 рублей до 1000. Зимняя на натуральном меху как обычно, меховая шапка. Кстати, католические священники все вплоть до нижнего белья и носков покупают в специализированных магазинах. У нас в России такого, конечно же, нет. Брюки, нижнее белье и прочее приобретаются в самых обычных магазинах. Богослужебные одежды мы описывать не будем, так как об этом можно прочитать в любом катехизисе. Их очень много, они имеют совершенно разные назначения. Основные – это филон и епитрахиль. Без них священник не может служить литургию. Одно стоит сказать – что некоторые элементы богослужебного облачения являются наградами, которые, как и военным, дают за выслугу лет и другие заслуги. Например, самая первая награда – так называемый набедренник, элемент богослужебного облачения прямоугольной формы, который носит на боку, поэтому он и называется набедренником. Следующая награда – камелавка, бархатный головной убор синего или красного цвета. Одевает ее только на богослужение или официальные мероприятия, не путается с куфьей, которая носится вне богослужений и имеет другую форму. Далее следует наперстный крест, позолоченный крест четырехконечной формы. На церковном сленге называется «золотой крест». После золотого креста идет крест с украшениями вместе со званием протеерея. Прото – первый или старший а обычный священник и ерей. После креста с украшениями митра – особый головной убор из парчи, украшенный камнями или стразами. После митры – палица, ромбовидные украшение из парчи, надеваемое как на набедренник сбоку. Вот, пожалуй, все священческие награды. Заголовок. Досуг, спорт, пляж. Может создаться впечатление, что священники совсем не умеют отдыхать. Это вовсе не так. Священники очень любят посидеть за столом в приятной компании, за душевными разговорами и очень любят петь. Представители духовного сословия в основном обладают превосходными голосами, зачастую достойными оперного театра. Причем некоторых хлебом не корми, дай попеть. Репертуар может быть самым разнообразным. Это калятки, народные песни, романсы, даже оперные арии. Особенно любят батюшки соревноваться, кто громче и дольше протянет. Голоса у них бывают настолько мощны, что никакие динамики не нужны. А других хлебом не корми, дай поспорить на богословские темы. Еще любят священники выезжать с друзьями на природу, на шашлыки. С семьями или чисто мужскими компаниями. Кому-нибудь на дачу, с банькой, пивом и воблой. Ведь попариться в русской бане и понырять в сугроб или то, они тоже большие мастера. Причем пару нагоняют по-русски. Бани это всегда компании за душевные разговоры. Это настоящее русское удовольствие, от которого отказываются только язвенники. У священства бывают и отпуска, как положено, раз в год, на месяц или на две недели, в зависимости от ситуации на приходе. Очень сложно вырваться. В отпуск сельским батюшкам. Там, где в храме один священник, это чревато тем, что богослужебный круг придется прерывать, храм закрывать, прихожанам объяснять ситуацию или искать замену на время отпуска. А это на селе практически невозможно. Поэтому зачастую много... многие сельские священники по много лет не бывают в отпуске. Чтобы уйти в отпуск, пишут прошение епархиальному архиерею. Он, в свою очередь, решает: отпускать священника или не отпускать. Кстати, в официальных формулировках нет такого понятия, как отпуск для отдыха. Формально отдых служителю церкви не положен, поэтому в прошении пишут разрешить отпуск для лечения. Отпуск с семьей или отпуск без семьи ⁇ это кому как нравится или как у кого получается. Здесь уже нет никаких стандартов. Одни священники предпочитают проводить отпуск с семьей и детьми, компенсируя тем самым недостаток внимания, накапливаемый за год. Другие же и отпуск проводят вне семьи, находя неотложные дела или организуя какие-нибудь приходские или миссионерские поездки, походы или крестные ходы. Такие выезды и отдыхом называть нельзя, они носят сугубо рабочий характер. Матушки, как правило, обремененные детьми, остаются сидеть с чадами где-нибудь на дачах, уподобляясь соломенным вдовом. Бывают семьи, которые по несколько лет не ездят в отпуск. Как правило, это на селе, где один священник и храм не на кого оставить. Наши друзья с Кубани, о которых речь уже шла в главе, квартирный вопрос, не были в отпуске больше 10 лет, то есть со дня приезда на приход. Дня на 3-4 вырывались с детьми на море, Конечно, батюшка с матушкой стараются проводить вместе выходные. Ездят в город к родственникам, общаются с друзьями, иногда ходят в кафе. Вот, пожалуй, и весь их совместный отдых. Правда, и семья у них всегда вместе. За все эти годы они не разлучались больше, чем на неделю. Говоря об отдыхе, священнослужителей придется затронуть и пляжную тему. Можно, конечно, сказать, Зачем вообще этот разговор о пляжах? Ведь на лбу у священника не написано, кто он, а в купальных костюмах все одинаковы, вроде как в бане все равны. Это заблуждение. Народная пословица гласит, что поп и врагошки поп. Как показывает опыт, люди священников на пляжах все же отличают от всех остальных. Один батюшка рассказывал, что привык к тому, что даже на пляже к нему подходят под благословение или показывают на него пальцем. Люди, привыкшие Видеть священника, если не в богослужебном облачении, то хотя бы в рясе, иногда очень смущается, если увидеть его в плавках. Считается, что куда-куда, а на общественный пляж священник не должен ходить. Кстати, в Греции священникам как раз запрещено появляться на публичных пляжах. Но там, а Греция страна православная, и православие в ней является государственной религией, предоставляют священнослужителям специальные места для купаний. Недаром говорят, что в Греции есть все, а у нас в России даже мысль о таком просто невозможна. В этом вопросе священнослужители делятся на три категории. Первый – никогда и ни при каких обстоятельствах купаться не ходят и женам не... запрещают. Причем многие жены активно поддерживают эту такую позицию. И если ходят в купальные места, то только для того, чтобы смотреть за детьми. И никогда не раздеваются, а в воду заходят только ножки помочить. Вторые купаться все же ходят, но выбирают самые безлюдные места и время, когда почти никто не купается. Ночью, поздно вечером или рано утром. Да и одежду для купания выбирают максимально закрытую. Третий без комплексов старается укупаться при любой возможности, никого не стесняясь и не обращая ни на кого внимания, приходят с детьми, друзьями, даже с прихожанами. Какой ужас? Некоторые архиереи запрещают или настоятельно не советуют своим клирикам появляться в подобных общественных местах. Опять же во избежание суждения лишней молвы. Складывается мнение, что представители духовного сословия сами себя изолируют от общества, мотивируя эти, если не церковными запретами, то страхом попасть под осуждение, тем самым привлекая к себе дополнительное пристальное внимание. Получается замкнутый круг. Боясь внимания, навлекает на себя излишнее внимание. Итак, несмотря на споры в церковных кругах, ходить или не ходить батюшкам и матушкам на пляж, и несмотря на смущение светских и церковных людей, по этому поводу. Все же большинство служителей церкви прибегают ко всем любимым водным процедурам. Вы вспомнила по этому поводу один эпизод, происшедший с нашим знакомым. Стояла неимоверная жара, батюшка ехал куда-то по своим делам, и так ему стало жарко и нехорошо, что решил он искупаться, а тут как раз море и пляж. Бросил батюшка машину и побежал к морю. А когда прибежал, то вспомнил, что забыл подрясник в машине снять, дабы людей не смущать. Стал он раздеваться, как вдруг заметил вокруг себя картину из детской игры. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Любая фигура на месте замри. Все отдыхающие замерли с раскрытым ртом и смотрели в сторону полураздетого священника. Казалось, даже дети забыли про свои песочные кулички. Но батюшке в тот момент было уже так жарко и так плохо, что он, ничтоже сумняшися, бросился в воду. Оказывается, священникам тоже жарко. К спорным вопросам относятся и занятия спортом и танцами. Отношение к спорту или просто к занятиям физкультуры в церковных кругах самое разное. Здесь уже могут до хрипоты спорить, но все опять-таки будет бездоказательно, потому что никаких канонических запретов на занятия спортом нет. Тем не менее, некоторые считают, что ни спорт, ни танцы неприемлемы для христиан, а тем более жен священников. Есть и батюшки, которые не благословляют своих жен и духовных чад на спортивные занятия и танцы, даже если танцы входят в часть спортивной или оздоровительной программы. По поводу занятий спортом нет ни единого мнения. Одни батюшки никогда никакой физкультурой не занимаются и прихожанам не советуют, но таковых, как счастью меньшинство. Кто-то по лености, другие же пытаются найти духовные объяснения, почему не стоит тратить силы на пустое, по их мнению, занятия. А есть батюшки спортивные, те, которые в мирской жизни были профессиональными спортсменами, и те, которые поддерживают физическую форму. Знаю одного священника, который занимается футболом и регулярно тренируется в местной футбольной команде. Правда, из-за этого влечения у него были небольшие неприятности. Одна прихожанка жалобу благочинному написала, дескать, как так, священник и мяч гоняет. Закончилось ничем. Если священноначалье будет реагировать на все жалобы, так и служить некому будет. А жалоб на священство пишут много. Другого батюшку регулярно показывают по телевизору. Он ведет секцию борьбы для подростков так как в мирском прошлом был профессиональным борцом. Подобных примеров можно приводить много. Тем не менее, священников в большинстве своем нельзя причислять к особо спортивным и тренированным людям. В христианстве нет культа тела. На первое место выносится все духовное, а телесные упражнения остаются, как правило, далеко не популярным занятием. К профессиональному спорту и не, у неофициального православия вообще отрицательное отношение, так как считается, что человек не должен себя превращать в груду мышц. Я подчеркнула, у неофициального, так как, конечно, на высоком уровне спортсменам всегда даются благословения. Олимпиада в Пекине это наглядно показала: архиерей благословлял нашу российскую команду. Одна моя знакомая матушка, регулярно посещавшая бассейн, из-за этого попала в неприятную ситуацию. Однажды ей позвонили из гимназии, в которой учится ее сын, и срочно вызвали к директору. Матушка помчалась, думая, что сын что-то натворил или что-то случилось. Что может думать мать в такой момент? Директор православной гимназии Монахиня очень строгих правил. Матушка приняла не сразу, выдержав паузу. Когда же соизволила ее вызвать к себе на ковер, состоялось примерно следующий разговор: "Матушка, вас видели? Пауза. Моя знакомая судорожно стала перебирать в уме, где же ее могли видеть и в каком виде. Матушка, вас видели? Продолжала директорша. В бассейне. Матушка с облегчением вздохнула, что все же ничего страшного не произошло. Вы же жена священнослужителя, продолжала обличительную речь Монахине. Вы же не в платье там плавали? Думаю, что последующие комментарии будут неуместны. Но мы долго смеялись, представляя, как она будет плавать в бассейне в платье. Да, я тоже.